Закон об обязательной маркировке домашних животных может заработать уже в следующем году. Министерство сельского хозяйства внесло его в проект правительства страны. Новый закон в случае принятия обяжет маркировать почти всех животных, принадлежащих человеку. Кошек и собак, домашний скот и птицу, лошадей, кроликов, северных оленей, ослов, мулов, верблюдов, пушных зверей, даже пчелосемьи, рыбу и иных водных животных. Полный список животных, подлежащих маркировке, и сроки введения учета будут утверждены правительством. А процедуру и способы маркировать планируют прописать в ветеринарных правилах. За уклонение от маркировки хозяину будет грозить штраф от 500 до 1000 рублей. Однако для этой нормы может быть введен переходный период.